получите в подарок бесплатно новые инструменты, огромное количество, десятки тысяч формул, кардинально сильно упростят вашу работу. Друзья, всем привет! Давно не виделись. За это время прошло большое количество изменений на Авито. И, разумеется, нам предстоит о многом пообщаться, выдать вам большое количество применимого контента. Поэтому обязательно, если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно прокомментируйте, как думаете, чем я занимался эти 9 месяцев. И погнали! В сегодняшнем ролике я вам расскажу о том, какой инструмент мы непосредственно используем для оперативного анализа нашей рекламной кампании и что позволяет нам быстро принимать четкие решения для ее корректировки, чтобы оставаться в рынке и получать очень классный и хороший результат. В конце ролика вы получите подарок, тот самый инструмент, который мы непосредственно используем. Вы будете теперь его использовать тоже бесплатно и сможете делать то же самое, что и делаем мы в процессе работы с рекламной кампанией. А я вам напоминаю, что спонсором всех наших роликов является наш феноменально крутой и неповторимый сервис автоматизации работы с досками объявлений, благодаря которому вы сэкономите огромное количество времени, работая с вашим пулом объявлений. При этом при всем в ближайшее время будет выпущено несколько очень важных и очень нужных объявлений, которые, без которых практически сейчас невозможно будет работать специалистам, да и предпринимателям. Поэтому, если вдруг по какой-то причине вы еще не пользуетесь нашим сервисом, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на сайте, пишите в поддержку, осваивайте его, и в ближайшее время вы получите новые инструменты, дополнительно к тому, что там есть, которые очень сильно, кардинально сильно упростят вашу работу. Итак, давайте вкратце я вам покажу, что это за таблица и как она работает. Разумеется, ссылку на эту таблицу вы получите в нашем телеграм-канале. Переходите по ссылке в описании, открывайте ее и можете сразу же скопировать ее себе и пробовать поработать с ней в режиме реального времени. Для того, чтобы начать взаимодействовать с этой таблицей, вам необходимо зайти в Авито Про и скачать стандартный отчет ваших объявлений за какой-то определенный период, который вам необходим. Допустим, за последнюю неделю или за последний месяц. Затем необходимо перейти в таблицу, которую вы уже заранее скопировали, и открыть отчет из Авито Про. И сюда копи-пест вставить ваш непосредственно отчет. Подробная инструкция, разумеется, будет там же в телеграм-канале. Далее, нужно немного времени дать таблице, чтобы она посчитала, потому что там огромное количество, десятки тысяч формул, которые начинают считать все ваши показатели, комбинировать их, корреляции какие-то искать. Поэтому нужно немного дать времени таблице, чтобы она подумала. После того, как вы увидели, что ваш компьютер ожил, обычно он замирает на этот период, вы можете перейти во вкладку «Сводка статистика». И здесь вы увидите несколько столбиков, которые отвечают за конкретные корреляции. А именно, здесь в первом столбике вы видите статистику по городам. То есть таблица автоматически берет все ваши объявления, которые вы скачали, из них выявляет, какие объявления какому городу принадлежат, и автоматически рассчитывает, сколько объявлений, просмотров, какие конверсии в этих объявлениях, сколько контактов объявления собирают по конкретному городу. И вы можете сделать вывод, какой город наиболее эффективный в вашей рекламной кампании. Возможно, вы можете вносить корректировки, исходя из того, какая аудитория находится в этом городе. Потому что обычно в разных городах живут абсолютно разные люди, и им необходимо по-разному транслировать тот продукт, который вы продаете. Здесь же в рамках этого столбика вы можете увидеть, в каком городе сколько в среднем объявления собирает просмотров и контактов, а также какую цену контакта и просмотра непосредственно выдает вам конкретный город. И в целом расходы, которые вы тратите на тот или иной населенный пункт. Слева от общей информации мы видим показатели по лучшему и худшему городу. Тут все то же самое. Мы видим просмотры, конверсии, контакты, сколько просмотров на одно объявление контактов, цена контакта и цена просмотра. И можем делать соответствующие выводы. Чтобы не искать нам из большого количества городов, особенно если вы размещаетесь по всей России, у вас их там огромное количество, разумеется, проще сразу выделять это в отдельный столбик и изучать эту информацию, делать какие-то определенные выводы и быстро, оперативно вносить корректировки, потому что все мы с вами уже прекрасно знаем, а если вы не знаете, в дальнейшем я вам еще более подробно это расскажу в следующих роликах, что плохие города или нулевые города, которые не приносят вообще никаких просмотров контактов, очень сильно пессимизируют ваш аккаунт, и нужно всегда быть бдительным и следить за этим, вычислять их и, возможно, даже убирать их вообще из своей рекламной кампании. Итак, в рамках каждого сектора, конкретно по городам, мы здесь видим в том числе и графики. Мы можем отследить по объявлениям, где большее, где меньшее количество, также по просмотрам, контактам,
контактам, конверсиям и прочим показателям. Если кому-то проще и интереснее изучать не цифры, а конкретно графики, разумеется, изучайте графики и делайте по ним какие-то выводы. Итак, следующий сектор у нас — это статистика по категориям. То есть табличка сама самостоятельно берет, смотрит все ваши объявления, выделяет, в каких категориях они находятся. Если вы размещаетесь в нескольких категориях, то вы увидите непосредственно срез по каждой категории, сколько у вас объявлений в них расположено, сколько просмотров, конверсий, контакты избранные, ну и, разумеется, стоимость каждого просмотра контакта и общий бюджет, который вы тратите на ту или иную категорию. Напомню вам, что очень важно отслеживать, какие категории какой результат вам приносят. Почему? Потому что если вдруг какая-то категория очень маленький вам эффект дает под тем или иным причинам, то, скорее всего, ее нужно исключить из рекламной кампании, потому что она может пессимизировать те категории, которые показывают хороший результат. Или, возможно, вынести ее, в общем, в другой аккаунт, чтобы она не усложняла, не утяжеляла вашу рекламную кампанию. Также в рамках этого сектора мы видим всю ту же самую дополнительную информацию. Слева лучшая категория и худшая категория, справа графики для тех, кто любит визуально посмотреть на все в сравнении. Ну и по центру основная информация. Справа от информации по категориям мы видим не менее, а может быть даже и более важную информацию по заголовкам, потому что с заголовками работа проходит намного динамичней, их намного чаще нужно мониторить, менять, убирать, добавлять новые, потому что обычно в заголовках стараются сделать как можно больше, чтобы как можно больше ключевых слов включить в нашу рекламную кампанию. Таблица автоматически сама находит одинаковые заголовки, группирует все эти объявления и считает, сколько по ним объявлений и, разумеется, все те же самые показатели, просмотры, контакты, расходы, которые у нас есть в нашей рекламной кампании. Здесь, разумеется, также я вам рекомендую вычислять те заголовки, которые могут пессимизировать вашу рекламную кампанию из-за того, что очень плохие по ним показатели. И наоборот, увеличивать объем тех заголовков, которые за счет своего присутствия создают больше активности на вашем аккаунте. Слева от списка заголовков мы видим фильтр, благодаря которому мы можем оценить нашу рекламную кампанию не в рамках всего аккаунта, а конкретно отфильтровать по конкретному городу. То есть, возможно, вам нужно изучить, какие заголовки у вас работают хорошо в Москве, какие в Петербурге, а они могут работать абсолютно разные. Поэтому вы выбираете конкретный город, анализируете и принимаете решение, основываясь на показателях в рамках конкретного населенного пункта или категории. Здесь также можно выбрать конкретную категорию, и ваши заголовки будут изменены при изменении категории и или города. Таблица автоматически сама выведет вам показатели по конкретному населенному пункту, и вы уже сможете принимать необходимые для вас решения. Также здесь есть графа расходов, в которую можете внести расходы свои за тариф, пакет или, возможно, затраты на просмотры, контакты, и таблица автоматически вам средние показатели выведет по вашим расходам, чтобы вы могли на них опереться. Количество объявлений вписываете, сколько у вас рекламной кампании, и получаете цена средняя за одно размещение. Здесь же вы видите общие показатели по всей вашей рекламной кампании. Здесь же прошу обратить ваше внимание, что если вы вносите информацию по городам, по категориям и вносите свои расходы, эта информация будет отображаться во всех секторах, не только в секторе заголовки. То есть она фактически, если вы поставили категорию какую-то конкретную, она будет только показана в конкретном городе. То есть вы, по сути, можете очень гибко изучить всю вашу рекламную кампанию. Разумеется, здесь я вам сейчас всех вариантов корреляции не покажу, но в инструкции к тому, как пользоваться этой таблицей, вы увидите конкретно с примерами, как это все работает, какие корреляции можно искать, как с ними работать, какие выводы по этому поводу можно будет вам делать. Ну и финальная возможность этой прекрасной и незаменимой таблицы – это возможность объединять ваши объявления по группам. То есть, допустим, вы продаете диваны, и у вас огромное количество заголовков – диван красный, диван синий и все цвета радуги, которые могут только существовать. А вам нужно изучить только информацию по диванам конкретно. В этом случае вам необходимо вписать объединение, то есть все диваны обозвать словом «диван» в столбике объединения, и у вас справа в следующем секторе появится информация конкретно по группе. И вы также можете выбрать непосредственно фильтры там, по городам, по категориям и изучать группы объявлений, а не конкретный заголовок. То есть какие показатели вам выдает, допустим, диваны, какие стулья, какие кровати и какие шкафы. А благодаря этому вы сможете работать со статистикой более эффективно и гибко. И здесь же в этой таблице есть вкладка «Статистика по объявлениям». Здесь просто список абсолютно всех объявлений, где вы можете конкретно посмотреть сразу заголовок, категорию, город, возможно, отфильтровать, посмотреть, какие-то у вас объявления лучшие, худшие. Здесь же есть ссылка, можно перейти на объявление, посмотреть его, ну и, возможно, сделать какие-то необходимые выводы для дальнейшей работы с объявлением.
Итак, друзья, напомню вам, что таблица, которую я вам сейчас презентовал, находится в нашем телеграм-канале. Переходите, подписывайтесь в закрепленном сообщении, копируйте таблицу до себе. Там же увидите инструкцию в нашей группе ВКонтакте. Подписывайтесь на эту группу, смотрите инструкцию, там будет очень много нового технического контента. Самое главное, друзья, не забывайте задавать свои вопросы в комментариях. На вопросы ваши я постараюсь ответить максимально быстро и оперативно. На этом, в принципе, все. Всем пока, успехов и больших продаж!